Одна тема была. Президент и сторонники Трампа, они праздновали, торжествовали. Трамп торжественно всем сторонникам своим обещал, что он ведет, вернет Америке былое величие. Ну, как обычно все. Политики. Да, все это было в таком... Люди высказывали свои надежды, свои мнения. С другой стороны, сторонники Хиллари Клинтон и штаб ее предвыборные были в разочаровании. Они были напуганы, многие из них плакали, рыдали. В общем, было такое полное фиаско для них. И все надежды. Почему люди в таком состоянии были? Потому что все свои надежды на будущее, на хорошее будущее и без того благополучной Америки, они связывались с этим человеком, Хиллари Клинтон. Поэтому слезы там, ну, было интересно на это все смотреть, все страхи, уныние такое там было. Такой контраст был. Потому что все эти надежды, связанные с человеком, не рухнули, как карточный домик, и исполнилось то, что сказал пророк Иеремия в 17 главе 5 стих. Он говорит: так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Куча разочарования, слез, беда, Трамп. Все они думают, что Трамп неадекватный человек, неруководимый, и кто знает, что будет, и в общем, масса всего. Мне это напомнило то, что происходило в Украине. Когда происходила оранжевая революция, потом, когда Майдан был, самой популярной фразой тогда была «Слава Украине!». Я встретил своего старого знакомого вот здесь, полкома, он неверующий, он мне сказал: «Слава Украине!». Я говорю: «Слава только Богу!». Ну, это само собой, как бы, ну, Бог же с нами, дело-то правое. Я говорю: «Нет, насчет Бог с вами, это еще надо поговорить». Второй раз он попытался что-то, как бы, свою позицию. Было такое столкновение мнений, говорю: только Богу слава. А их Бог чрева, и слава их срами. Такой разговор у нас состоялся, но суть не в этом. Суть не в этом. Где был энтузиазм? Где слава Украине? Когда выступали верующие люди, публично заявляли, что слава Украине. И при этом люди пришли к полному разочарованию по одной простой причине, что свою надежду, которая должна принадлежать Всевышнему Богу, они перетащили на какие-то перемены. На людей. Это неизбежное разочарование и фиаско. Не имеет значения, где это происходит, будь то Америка, будь то Россия или Украина. Надежда человека, сотворенного Богом, должна принадлежать только Богу. Поэтому такие плачевные последствия, мало того, что люди приносят, перетягивают эту надежду, переносят ее с Бога на человека, при этом Бог лишается своей славы. И нарушается один из самых главных принципов реформации. Принцип, который венчает все реформатское богословие: «Соли Део Глория». Только Богу слава.
Только Иисусу Христу слава. Эту ошибку, эту же ошибку совершил Навуходоносор, великий царь Вавилонской империи. Мы помним. Это 4 глава, 26 и 27 стих. Что тут написано? По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который я построил в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Бедный ты человек!» И Господь это показал. И слава Богу, что Он показал это ему во благо. При таких надеждах мы делаем самую большую ошибку. Мы лишаем Бога славы, которая по праву принадлежит Ему. Человек, прославляющий Бога во всех обстоятельствах своей жизни, он блажен, потому что он поступает по вере, по истине. Он выражает свое поклонение Богу. Слава Украине! Нет. Нет славы, кроме славы Бога. И Он не даст своей славы никому. Где сейчас лозунг? Где сейчас этот былой энтузиазм? Где надежды, которые развалины? Ропот, уныние, разочарование. И больше ничего. И мы к этой же книге обратимся, братья и сестры. Книга Даниила. Что потом произошло, вы знаете, с Навуходоносором. Лейтмотив этой книги, через всю книгу утверждается власть Всевышнего Бога, которая безгранична, которая полна славы. Это книга о Божьей славе и о Его власти над всем. Вся книга, если ее просмотреть хорошо, и те пророчества, которые Даниил говорит в этой книге, они все говорят о том, что Бог имеет безграничную власть, которую никто из грешников понять не может. Потому что написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, понимание власти Бога, которое приводит к славе. Или библейское понимание власти Бога, приводящее нас к славе. И это же 4 глава с 31 по 32 стих мы прочитаем. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Это то, что исповедал Навуходоносор, тот, который создал Вавилон, славу своего могущества, как Бог смирил его, отобрав разум и царство. Тебе, говорят, царь, царство отошло для Божьей славы. И первое, о чем идет речь, он говорит, почему он прославляет Бога, потому что его владычество, владычество вечное. Власть Бога, она неприемственная, она не приходит, она вечна. Она неизменна, она присуща его природе, как и сам Бог, у которого нет изменения и ни тени перемен. Власть Бога – это то,
чем он обладает изначально. Это логически нельзя убрать. И эта власть принадлежит Богу как Творцу. Как Творцу. Бог господствует над всем миром, над всей вселенной по одной простой причине. Что Он является создателем, архитектором, Творцом всего. Из этой истины вытекает Его могущественная власть. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Нельзя сотворить мир и не иметь над ним власти. И чтобы что-то существовало без Бога, тоже нельзя. Это логически вытекает из истины о сотворении. Именно поэтому люди Божьи часто связывали свое упование, свои надежды с истинным сотворением. Псалом 120, стих 2, 120. Давид говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Откуда помощь? Почему речь идет о сотворении? Потому что сотворивший все имеет власть над всем. Помощь моя от Бога, насколько мощно звучит, сотворившего небо и землю. Бог обладает абсолютной неизменной властью, вечной властью. Второе место, Псалом 123:8. Помощь наша в имени Господа, опять сотворившего небо и землю. Бог сотворил все, и Он необходимо имеет власть. Из этой истины необходимо вытекает власть Бога. Не может лишить этот мир власти Бога, и он растворится в небытии. Все держит словом силы своей. Слава Иисусу Христу! Он господствует. Его власть, его мощь, могущество, сила, которая дает ему жизнь, дыхание. И все, отсюда течет его власть и господство, независимо от грешников, ни от кого. Она не обусловлена, она вечна. Это первое, о чем говорит Навуходоносор, что власть Бога постоянна, она неизменна. Эль-Олам, Бог вечный, его власть ему присуща по природе. Он ей не делится, никому не передает, он наделяет людей властью. Но это все проходящее. Люди приходят. Сменяются империи, а власть Бога остается. Она никогда не проходит. Истина о сотворении буквально проповедует власть Всевышнего Бога. Поэтому Библия начинается именно с акта сотворения. Чтобы каждый человек, принявший то, что Бог сотворил, меня и мир, все, что в нем, необходимо, я понимаю, что Бог господствует над всем. Его власть над всем. Надо мной, над церковью, над политикой. Власть над историей. Бог необходимо над этим господствовать, потому что нельзя сотворить и не господствовать. И эта власть из поколения в поколение. Царство его в роды из роды. Пророчество в этой же книге Даниила, 7 глава, братья и сестры. 7 глава Даниила, 13-14 стих, Даниил говорит: «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, и слава, и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, и владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Власть Бога постоянна. Все пройдет. Политики, Путин, Порошенко, Трамп, все пройдет. Он превыше всякого начальства и господства, и власти, и силы. Превыше всего глава церкви. Власть Бога постоянна. Власть Христа вечна. Эль-Олам. Он Бог вечный. Он тот, кто обладает властью сам в себе. И это то, что мы должны возвещать и проповедовать. Это первое, о чем он говорит. Потому что в Псалме 144, 10 и 13 стих написано. Обратим на это слово, братья и сестры, внимание. Тут написано так.
Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим, что могущество Твое, о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего, Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Власть Бога неизменна вообще. Она ничего не приобретает и ничего не теряет. И это первое, о чем говорится. Власть Бога постоянна, вечна и неизменна. Второе. По воле. И нет, и все живущие на земле ничего не значат. Ничего не значит. Я помню в детстве, когда мы жили на Дальнем Востоке, умер генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Это была трагедия. Поползли слухи о войне, люди в слезах. Я по моей детской памяти это так запечатлилось, я думал, все, война начинается. Была паника у людей. Удивительно, люди, мир и благосостояние такой империи связывали с одним старым старичком, который мертвый был, лежал уже в гробу. Уникальность, все живущие на земле, ничего не значит. Мы часто наделяем людей, придаем им такое значение, которое им никогда не принадлежало. Какое, которое, такое значение, которого они никогда не имеют. Ни один политик в мире, никто не имел такого значения. И мы придаем это значение политикам, сильным мира сего, олигархам, организациям, мормоны, масоны. Все живущие на земле ничего не значат. Пустота. Это слово означает пустота, суета. Бог господствует над всем. Он решает абсолютно все. Так написано, что мы, Бог благословил нас спасением. И этот Бог, который делает все, абсолютно все. Недавно в церкви МакАртура закончилась пасторская конференция. Это 2016 год. И в конце сидело три президента семинария, ректора, прекрасные люди, богословы, проповедники, это те, кто были спикерами на этой семинарии. И в конце, когда был вопрос-ответ, брат, который говорил, задавал вопросы, он попросил дать напутствие братьям. И по очереди все говорили, и много хорошего было сказано, что много ободрительных слов, прекрасных, духовных. Было сказано, что братья, мы несем ответственность, мы должны то, мы должны ставить проломы за церковь. Это наша ответственность, наша обязанность. Но в конце, когда дошла очередь до МакАртура, что было сказано, меня просто потрясло до глубины души. Этот человек без упрека, с высоты своего колоссального опыта, проповеди Божьего Слова, сказал одну простую фразу. Не надо преувеличивать свое значение. Все живущие на земле ничего не значат. Этот человек, который всю жизнь проповедует власть Бога, власть Христа. Что он мог сказать? Вот это звучало выше всего. Это не звучало как упрек, это звучало с позиции веры. Высоты проповеди, знания Божьего Слова. Он сказал, не надо преувеличивать свое значение. Потому что значение имеет только Христос. Он господствует над церковью. Церковь будет всегда существовать, буду ли я в церкви или не буду. Она всегда, он сохранит ее до конца, и врата ада ее не одолеет. Но кто может сохранить церковь от врат ада? Кто может встать в проломе и сказать, я тут служитель, поэтому все силы ада, это не наша прерогатива, это не наша власть, это власть Христа, который держит в своей руке церковь, который сказал,
из моей руки никто не похитит. А если кто не понимает, что, кто такой Христос, он говорит, Отец мой больше всех, и никто не похитит их из руки Отца моего. Все живущие на земле ничего не значат, и эту реальность объективную подтверждает пророк Исаия в 10 главе 12-15 стих. Пророк Исаия говорит такие слова. Что тут написано? «И будет, когда Господь совершит все свое дело, на горе Сионе в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех, на бедного сердца царя Ассирийского». Это Ассирийская империя. Дальше что? «И на тщеславие, высоко поднятый глаз его, он говорит, силою руки моей и моей мудростью сделал это, я сделал это, потому что я умен и переставляю пределы народов и расхищаю сокровища и низвергаю с престолов, как исполин». Это слова царя Ассирийского. Что Бог говорит? «И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит ее?» Слава Богу! Все живущие, империи, цари, все в руке Всевышнего Бога. Это то, что дает ободрение народу Божьему. Потому что мы под покровительством, под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, Бог мой, скала моя, на которого я уповаю. Все живущие на земле ничего не значат. Дальше об этом же говорит сам Даниил. В 3 главе это исповедует Сидрах, Месах и Авдинаго. Перед тем, как это же исповедует потом Навуходоносор. Вы помните, когда он сделал золотого истукана и сказал, что при звуках свирели, там цитры, все падают, вся империя, все поклоняются истукану. Сидрах, Месах и Авдинаго так не думали. И, естественно, возникли проблемы, потому что власть царя и все-таки император их приводят. И что они исповедуют? Они исповедуют то же самое. Смотрите, что они говорят. 3 глава 14-18 стих. Тут написано так. Даниила 3 глава 14-15 стих. 18. 3 глава 14-18 стих. Написано так. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли Сидрах, Месах и Авдинаго богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, так скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цемницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. И если же не поклонитесь, то в тотчас же брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Это слова императора. Что отвечает Сидрах, Месах и Авдинаго? Их дерзость меня поражает. Это по-настоящему верующие люди. Люди, которые исповедовали владычество Христа, его господство. И отвечал Сидрах, Месах и Авдинаго и сказали царю, Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от твоей руки, царь, избави. По сути, знищил власть императора, показав, что ты никто. Все живущие на земле ничего не значат. Бог силен. Бог обладает властью спасать и избавлять. Дальше говорят, если не так, они встают под покровительство Христа, под его власть. Если он даже решит, что нам нужно будет умереть, мы готовы это сделать, и мы не поклонимся твоим идолам. Это верность служения и понимание власти всемогущего Бога. Это то, что исповедовали Сидрах, Месах и Авдинаго, что все живущие на земле ничего не значат.
и ты царь, ничего не значит. Это Эль-Элион, Бог Всевышний, Бог, который превыше всего, его власть превосходна. Первое, она постоянна, и она превосходна, она выше всего. И эту власть люди прославляют и возвеличивают, люди Божьи. Это не мы не должны придавать значение всему этому, политика. Не должны. Мы должны опираться душой на власть Бога, которым движет всем. Мы должны понимать, что Бог обладает безграничной властью. И написано, живут, какие прекрасные слова. И заметьте, как они выражены. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу. Он говорит, ему не надо политика, империи, территории, ему не надо. Он знает власть Всевышнего Бога. Все живущие на земле ничего не значат. Это второе, о чем говорит Даниил, что власть Бога превосходна, превыше всего. Что Иисус Христос превыше всякого начальства и власти, и силы. Дальше что он говорит? По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Часто люди думают, да, что-то не так, тут не происходит, или там написано, что эта власть, которая принадлежит Богу, она персональна. Это церковь, она персональна. Она ни на что не опирается, ни с кем не советуется. Она принадлежит только Богу. Потому что советоваться не с кем, брать. Не с кем советоваться. Она персональна, она безусловна. Воля Бога благая, угодная и совершенная. Это воля, которая движет всем, церковью. Мы знаем, что история спасения, история церкви, даже наша, это воля Бога, которая совершенна. Бог движет всю историю человечества и нашу церковь в вечность, в своем величии, в своей воле и в своей славе. Он движет этим. И это то, что дает нам утешение, самое большое. Что Бог никогда не ошибается, поэтому для нас сказано 8 Римлянам, любящим Бога, призванным по Его изволению. Все ко благу, потому что по воле своей Он действует. Даже когда мне это не нравится, Бог руководит моей жизнью. Потому что Его воля благая, угодная. Он не хочет меня знищить, Он хочет научить, Он хочет дать благо. Это то, в чем мы утешаемся. Поэтому Его власть, она персональна. Она ни от чего не зависит. Нету с правой стороны советника. Для нас написано, у советующихся мудрость. У Бога нет советников мудрых. Троица не... У них совет внутри, совершенный, где нету разногласий, лучших, худших предложений, где одна воля, одна власть, персональная, личная власть Всевышнего Бога, под покровительством которой находится церковь. Это вдохновляет, это то, что ободряет, это то, что дает надежду и силу жить, и то, что утешает во всех скорбях и переживаниях, что власть Бога, она безгранична. В Римлянам 11 глава, 33-34 стих. Там написано так. Римлянам 11 глава, 33-34 стих. Там написано, что кто познал ум Господень? И кто был советник? В плане спасения, в плане церкви, в плане его действия, как он действует, его власть принадлежит только ему, потому что нет советника. Это то, что подтверждает Исаия в 46 главе, книга пророка Исаия, 46 глава, 10 стих. Римлянам 11 глава. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господь и кто был Ему свет?» Кто посоветовал Ему, что Ему делать?
Кто может туда вообще вмешаться, в такой могущественный процесс? Оно пугает даже само по себе. Эти процессы, которые Бог проводит во Вселенной. И дальше в Исаия 46:10 написано: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от давних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». По воле Твоя действует Его власть персонально. Дальше Псалом 113, 10 стих, 11 стих. «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет». Бог наш на небесах и творит все, что хочет. Ни с кем не советуется. Его власть персонально, лично. Туда никто не вмешивается. Бог принимает решения совершенные и движет все истории. И все дела у Него взвешены. Кто может взвесить это все, что делает Бог? Экклесиаста книга. Экклесиаст говорит, и даже если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может всех дел, которые делает Бог от начала до конца. Это то, что третье, власть Бога персонально. И последнее. И само это понимание, что во всем движет Господь по воле своей, оно убирает лишние мысли, братья. Лишний этот винегрет с головы, или, как говорят, окрошку с головы. Она лишает человека лишних переживаний, когда я понимаю, что Бог по воле своей действует, как в истории церкви, так в истории государств полностью. Он передвигает пределы, он ставит, снимает царей. Так Анна Мария. Ты возвышаешь, и ты унижаешь. Ты обогащаешь, и делаешь нищим. Ты поставляешь, и ты снимаешь. Ты все делаешь, ты мудро делаешь. Власть Бога персонально. И последнее. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. Эль-Гибор, Бог крепкий. Нету никого, кто мог бы стряхнуть. Что такое, да? Я тут сам как-нибудь. Нет никого, братья, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. Суть в том, что Бога ничто не затрудняет. И никто не затрудняет. Ничто и никто абсолютно не затрудняет. Ни Трамп, ни Путин, ни Порошенко, ни еще кто-либо. Абсолютно нет политиков, нет организаций, нет властей, нет ничего, что могло бы как-то повлиять на процесс. Нет никого, кто мог бы противиться руке Его. Все, что угодно Ему, Он сделает. Нет никого, кто мог бы... Так произошло с Валтасаром. Вы помните, когда он сосуды... Это сын Навуходоносора. Он взял сосуды Дома Божия, пил там, гулял, веселился, приходит до них, говорит, мэ-мэ-мэ, тягивал парсин. Ты взвешен на весах и очень легкий. В эту ночь Валтасара убили, медоперст. Смена империи. Ничего себе. Приходит простой Божий человек и говорит, ты слишком легкий, друг. До тебя был Навуходоносор, который воздал Богу славу, а ты легковат для такого дела. Все. Решение Бога. Нет никого, ничего он не сделал. В эту же ночь медоперсы его убили. Смена империи. Представьте, какой исторический момент. Это то, о чем Даниил сразу сказал. Золотая голова – это ты, царь. Закончилось правление Навуходоносора, и царство отошло от Валтасара. По воле Всевышнего Бога. И нет никого, кто бы сказал, да, мы как-нибудь сам. Все происходит по воле Господа. И это то, что вдохновляет, ободряет. И нет никого, кто мог бы сказать ему, что ты сделал. Сегодня много у людей вопросов, да? А что Бог делает? Где ваш Бог? Что Он делает? Претензии такие. Сказывают. Говорят, по сути, что ты делаешь? Я слышал обвинения в адрес Господа Всевышнего. Когда грешник простой говорит, он же так устроил, и что мы теперь грешим, вот.
И все, в общем, масса обвинений, масса вопросов. Но в чем суть? Суть того, что придет момент, когда эти люди пойдут, поймут, что все слова, сказанные в этот адрес, по меньшей мере были обернуться трагедией. Это мягко. Обернуться трагедией. Придет время, когда перед Иисусом Христом, власть которого проповедует Церковь, перед которым мы преклоняемся, перед Ним преклонятся все. Тогда многие люди захотят забрать свои слова обратно. Обратно, вернуть. Но уже нельзя. Уже нельзя будет вернуть. Это придет время, когда они начнут понимать, что это были самые роковые ошибки в жизни. Это то, те люди, которые оспаривают действия Бога. В чем же тогда значит? Если нет никого, то почему тогда такое происходит? Нет никого в смысле, братья и сестры, таком, что... На простом примере это возьмем. Работа. Если ты работаешь и ты профессионал, то кто может тебя упрекать? Понимаете, в чем? Кто может сказать тебе, что ты сделал? Или сказать, это неправильно, или это правильно? Только тот, кто имеет больше опыта и больше знания. Или хотя бы столько же. Нет никого, кто имел бы столько знаний и столько мудрости. В этом смысле говорю. И часто люди, оспаривающие действия Бога, это свидетельство только крайнего невежества и глупости. И вообще непонимание, кто может в этом всем разобраться и сказать ему, что ты сделал. Кто имеет столько мудрости и знания, чтобы все это понять, что происходит, а потом представить Богу и сказать, что тут что-то неправильно? Нет никого. Никто даже приблизительно не дотягивается. Апостол Павел говорит, что бездна, богатство и ведение, и премудрости. Он ошеломлен тем, что он понимает, и он понимает, что он понимает далеко не все. Поэтому это последний момент, что власть Бога, она премудра. И об этом написано в книге Иова. Очень хорошо. Мне нравятся эти места. Книга Иова, где Елеуй, молодой парень, который по вдохновению, вы помните, он говорит, дух теснит меня. Слушай слова совершенного. И он начинает обличать Иова. Иов праведный человек, который отстаивал свою праведность в глазах Бога. Что говорит Елеуй? 33 глава, 8-13 стих. Написано так. Ты говоришь в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невиновен я, и нет во мне неправды. И он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Что он делает? Я праведный человек. Понимаете, о чем речь? Дальше, что говорит? Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом. Ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких своих делах. Он ни перед кем не отчитывается, потому что Он премудро правит. Его премудрость непостижима. И разум Господа не исследим. Это то, куда я даже приблизиться не могу. И человек, оспаривающий действование Божие, выказывает только свою крайнюю глупость и невежество. Это все, о чем свидетельствуют его речи и его вопросы. Это все, к чему он приходит. Иов, 36 глава, 21-23 стих. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел праведности. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он наставник? И кто укажет ему путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Кто имеет столько знаний, чтобы оценить все, осмыслить? Чтобы увидеть, как действует Господь.
в этом смысле, что никто даже приблизительно туда не доходит. И последняя речь, это самое, самое удивительное место, это то, когда Бог обращается уже к Иову. Это 40 глава, с 1 по 9 стих. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, ты хочешь не сповергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как он? Украсть себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на месте, зарой всех их в землю и лица их покрой тьмой. Тогда я признаю тебя, что десница твоя может спасать тебя. Сделай это. Есть столько силы, есть столько мудрости, чтобы оспаривать мой суд, мое совершенство, мою власть. Власть Бога превыше всего, и она безгранична и премудра, и туда никакой человек не может приблизиться. Власть Бога — это не то, что оспаривает. Власть Бога — это то, откуда утешаются. Власть Бога – это то, что утешает народ Божий. Один известный богослов, писав письмо Кальвину, написал такую фразу. Он сказал так ему: «Если бы Христос не царствовал, моя душа была бы в отчаянии. От зла, беспредела, греха, беспорядка, скорбей, унижения, страданий. Я был бы в отчаянии, но поскольку власть Бога премудра, она постоянна, она превосходна, она персональна, я торжествую в том, что я поклоняюсь Богу. Торжествую». И это библейское понимание власти. Это то, где мы черпаем утешение и то, что церковь утверждает и проповедует. Мы призваны проповедовать и утверждать власть Бога. И, конечно же, поклоняться. Это сделано у Ходоноса, которого Бог смирил. Он говорит: теперь я прославляю Бога. Когда мой разум возвратился, я возвращен к славе царства своего. Величие мое еще больше возвысилось. Почему? Потому что он воздал Богу славу. Он исповедовал ему безграничную власть, которая неизменна, которая постоянна, которая превосходна, которая персональна и которая премудра. Слава Господу! И хор прославит Господа Бога.